Ну вот второй блинчик из второго колобка. А пришло время его разрезать. Если мы попросим хозяйку, она по всей длине разрешит, интересно? Или же... Нет, нет, нет. Будем делать коротенькие. Ну вот, сейчас пополам. А потом опять пополам, опять пополам. Вот, да, вот так вот. Ага. Опять пополам. И еще раз пополам. Нет, не пополам, а на дольке. Давайте, друзья, попробуем еще один снять. Давайте я подключусь. Так быстрее. Наверное, друзья, вы заметили, тесто желтое. Это на домашнем яйце. Иногда попадается по два, и ну, бардак получается. Неправильно получается, если по два теста засовывается. А так, прям изумительная лапшичка. Ну, я к лапше вообще отношения никакого не имею. А сегодня я кручу почему. А, снимаем для канала 1, 2, 3, 4, 5. Я иду тебя искать. Ну, поэтому... Я вот эту ручку кручу. А так, где лапша и где я, непонятно. Прозвучала команда тук-та-тук-та. Стой, стой. Видите, скоро вы будете разговаривать по-татарски. Чудо советской инженерной мысли. Обо, скрипит, скрипит, кряхтит, трещит. Чё только не делает эта лапшерезка. Ну, лапшерезка, я думаю, это отходы советской оборонной промышленности. Или ракету делали, получился лапшерезка, или же танк делали. Мне рассказывали, что в советские времена, ну, скажем, шпионы украли какую-то высокотехнологическую схему, какой-то техники, как, ну, допустим, самолета, как не соберут, паровоз получается, решили спросить, чёрт, старый эмигрант сказал, посмотрел чертежи и сказал, а вы, говорит, все прочли, смотрите, мелким текстом написано, доработать напильником и наспилем. Здесь надо было смеяться, друзья. Это абал, слово не переводится с татарского.
обау это восклицание. А другое татарское слово, без которого не могут в этой стране жить, с ним рождаются и умирают, это ура. Когда одни предки ходили биться с другими предками на поле боя, вот, видите, ну, ходили биться, и тактический прием окружения. Кричали на фланге «Ура!» с татарского «Ура!» – это «Окружай!». Отсюда однокоренные слова «Урак», «Серб», «Урен» – место, «Урда», что русские знают под словом «Орда». Слово «лошадка» татарского происхождения. А даже вы даже это не сообразите, от какого слова происходит. От слова «алаша» – выложенный конь. А другие красивые татарские слова, которые вошли в обиход этого русского народа – это «деньга». От слова «таньга» – «сумма», от слова «сум». И что у меня рука устала уже? Амбал. А все. Скажем хозяйке спасибо, а съемка велась для канала «Раз, два, три, четыре, пять». Я иду тебя искать. Канал обо всем, друзья. Подписывайтесь на этот канал, будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите себя, своих близких, не болейте и до новых встреч. А лучше торговать, чем воевать. Мир, дружба, баблгам. Пока-пока.